Получишь? Нет, наверное. Тебе, наверное, рядом надо быть. У меня вообще загрузочный экран. Though I am sequestered in early retirement from my season of piracy, my curious eye always scouts for upstarts of uncommon talent and flair. Indeed, you have my attention. Keep your broadsides directed at the corporations, as their tyranny continues to nest all over the world. Freedom from their yoke shall come at a great cost. Will you pay the price? Hazard your soul and sail for liberty where I await. Captain Freeman, a son of liberty. Что там такое? Награда 7000. Это разве награда? Сейчас проверим мой самбук. Ну надо его проверять на обычных NPC, на этих элитных кораблях, конечно, его особо не проверишь. Капитан Пак. Он еще это пускает. Ой, это нехорошо, он пустил эти штуковины. Блин, одна попала в меня. Против него, наверное, танк надо брать. Ну, Ваня, на него, наверное, несколько игроков надо. Слышишь? Слышу, первый. Можем не успеть его. Ой, уплывай от этих торпед. Ты носом ставь корабль к нему. Где тогда торпеды по тебе меньше попадут. Да, надо там, наверное, брать. Не, ну тут надо танк брать. У меня там сейчас. Я за островком спряталась, а вот туда иди. Пятнадцать минут. Бля, пешка. Да заколебал эти мортиры пускать. Сейчас меня потопят мортиры. На него надо больше двух игроков.
3 игрока минимум надо. Ну, мы с тобой, смотри, 3 игрока, мы с тобой уже, смотри, какой. По это самое. Да, но время-то уходит. Мы даже половину не снесли. Что-то как-то самбук мне не особо нравится, он нифига не поджигает толком. По-моему, на... Это богиня жгла. На бригантине, по-моему, когда бомбарды стояли, они больше урон наносили, чем на самбуке. Там по 3000 был урон, а тут по 2500. Почему-то. Две с половиной. А, вот сейчас 7400. Кто это в меня стреляет? Ты что, подмога пришла к нам? Ой, к нему подмога пришла. Да, когда половина жизни, как много. Опять мортиры стреляют. Я задрал он этими мортирами. А ты свой лук не собрал, что ли? Нет. Так, если до него доберусь, еще до своего. Не, тут, наверное, лучше танк бы я взял. Нифига удар не держит. Одиннадцать минут. Ну там огонь вызывает, конечно. Опять. Девять минут осталось.
Ты мортирами-то, надеюсь, стреляешь по нему? Конечно. Не забываешь? Нет. Сейчас он помрет. Ему немножко осталось. Да я сама его видела. Все, по-моему, потонул. Мы его сожгли. Ты его сжег? Ну да, ну стрелял этими огненными бомбардами. Он там горел, горел, горел. Тут награда должна лежать у тебя. Да, я вижу сундук. Оранжевым, ярко-оранжевым светом светится. У тебя был? Ну, я что-то подобрал. Фиолетовый сундук. Сундук с сокровищами. Да. Так, а где мой сундук? Вот он. Мой сундук подобрал. И что в сундуке? 9 сахарного тростника. Серьезно? Да. И ракетомет, множитель стихийного урона плюс 19. Вот и вся награда. Так, подожди, так, нужно квест где сдать? Тебе надо квест сдать? Да, вот сюда надо сейчас. Пойдем в три брата сначала. И куда потом? Самбук, знаешь, как называется? Красный дракон. Ты его красный дракон назвал? Да. Ну, нормально.